Это кантуры. Кантуры — это две породы. Дюрок и порода Пьетрен. Мама дюрок, папа мой хряк Пьетрен. Вот такие вышли поросята. Друзья, всем привет! У меня сегодня день рождения. Мне сегодня 41 год. Жизнь только начинается. Я когда-то думал, 30 лет это какой-то старый пердун, когда был помоложе. А сейчас понимаю, что 40 жизнь только начинается. А в 60 самый разгар. Ну и чем дальше, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть чем больше лет, тем больше мудрости. Поэтому вот так. У нас мороз. И мне жена на день рождения уже, как вы поняли, подарила вот такие валенки. Водолага Стасян. Валенки сами по себе шикарные. Это валенки ручной работы. Девушка делает их сама. Эти валенки вручную. Подошвы садит сама. Сбивает все сама. Ну то есть все делает сама. Такие валенки в прошлом году купила моя жена. Это ее подруга делает. Заказала ей в прошлом году. И в этом году сделала мне подарок. Потому что когда идет кого-то из кабасиков пускаем на мясо, и в бойне сильно холодно, вот когда зимой. Тем более, вот как сейчас у нас морозы, плюс-минус двадцатки идут. Поэтому вот так. Ноги теперь у меня в тепле. Спасибо моей женушке. Кому надо, друзья, номер телефона оставлю по бурочкам под видео и закреплю в комментариях номер телефона. Звоните, девушка делает любые, там есть белые, серые, красные, черные, есть со шнурками вот тут, так, типа ботинок, есть высокие, разные узоры, там разные картинки, цветочки, ну то есть женские, мужские, то есть разные, есть кому надо, заказывайте. Они не на один год, и вдруг там где-то что-то тоже. Она может их подремонтировать, если вам надо. Или сбить в кучку, там, если разойдутся, там, я не знаю. То есть валенки вообще бомбезные, необычные какие-то. Вот так. Кому надо именно такие валеночки, валенки-бурки, заказывайте. Цены уточняйте, потому что есть высокие, есть низкие, есть типа ботиночек, разные есть. Кому какие надо, номер оставлю, звоните, узнавайте. Берите Инстаграм, она вам на Вайбер отправит, если позвоните. И смотрите, какие виды там есть. А сейчас я хочу сделать наоборот. Чтобы мама была Пьетрен, помесь Пьетрена. А папа, ну, семя дозу искусственно, покрою дюрком одну. И посмотрю, какие будут лучше. Если мама дюрок или папа дюрок, то есть так я уже знаю, какие кантры, а наоборот не знаю. Поэтому хочу как бы для себя принять решение, какие в будущем мне подходят, будут подходить лучше. Поэтому вот так. Насчет корма, что съели тогда 2 тонны 50 килограмм, видео было. Мы дальше продолжаем кормить, он уже где-то поцарапалось.
где-то тут. Мы дальше продолжаем кормить и считать. Я думаю, они еще съедят тонну или больше даже тонны до обычного забойного веса. Поэтому то я сказал по тот день, сколько съели. А дальше они еще будут употреблять, а хуже расти. Поэтому как бы пену сорта сильно не пускайте, еще рано. Давайте еще считаем дальше. То я по данный момент сказал. А там дальше будем смотреть. Хочу проверить наоборот сделать. Покрыть етрена дюрком. И какие выйдут кантеры. Такие же, к примеру, как те кантеры. А эти петрены, вот эти петрены. Просили рассказать, кто с кем. Это обычно белая свинка, киевская генетика. Мне с Киева привезли ее, кто не знает. И покрыта моим кряком пьетреном. И вышли вот такие вот пьетрены. Это кантеры. Это получается две породы. Ну, F1 типа. Только не КБшка и ландрас, а дюрок пьетрен. Проблема у меня, собственно говоря, в чем состоит? В том, что я ждал вот-вот на днях должна была опороситься киевская генетика. А киевская генетика не опоросилась. Потому что она или прохолостила, ну короче, не было покрыта. Вот эта свинка. Вот эта клубника с Киева. И она не поросная. Я ждал 4 месяца, а она прохолостила. Не знаю, как так получилось. Покрывал ее своим кряком. Все контролировал, все отлично, все хорошо получилось. Но нифига она не ухватила. Поэтому сейчас я ее пустил к кряку. Ну, типа, чтоб... Так она и эти 4 месяца она не заходила в загул. То есть вот я не мог ее вычислить. Сейчас я делаю стрессогонку с другой загороды сюда. Пусть возле кряка он ее чуть-чуть погоняет сегодня до вечера. И потом заберу ее туда. Если дальше не загуляет, буду колоть гормоны. Как я узнал, что она пустая? Пришел ко мне наш знакомый ветврач, сделали УЗИ, а она пустая, не поросная. УЗИшка показала. Также мы месяц назад искусственно покрыли вот эту вот дюрком. Тоже ее просветили. И он ее не трогает, просто то кричит, а выключает. Так вот, вот эту просветили месяц, как покрыто искусственно. УЗИ показало, что все нормально. Поросная, то есть беременная. Она уже выше клетки. Это вот поросная. Сегодня у меня стоит вторая дюрчиха, у кого я забрал дюрков. И она уже тоже стоит. Сейчас покажу, как я проверяю, что она стоит. То есть, если бы не УЗИ, я бы еще не знаю, на что решить, я бы ждал бы и ждал бы. А так УЗИ показала, и я теперь каждый оборот буду, ой, каждый покров через месяц проверять. Вот смотрите, свинья. В воскресенье забрал поросят, сегодня у нас четверг. То есть 5 дней, воскресенье тоже считается. Она загулит. Во, все. Стоит, уши опустила, катается на нее. Все, она готова. Сейчас ее будем где-то часа через 2, через 3 покрывать искусственной породой дюро. Чистые дюрчата. Вот, видите? Вот, стоит. Все, вот. Все, что я делаю, она стоит. По бокам. Все, и рядом тем более хряк. Она быстрее загуливает. По той понятно. По этой тоже понятно. Сегодня покроем, через месяц на УЗИшке пробьем. Ну, а этой делаю стрессогонку. Думаю, поможет. А если не поможет, тогда будем гормоны колоть. Это что касается киевской генетики. Сильно я не расстроен именно... что она прохолостила и нет у нее поросят. Я то плюсы какие, она набрала сил, восстановилась, то есть хорошая сейчас крупная свинка, отличная, крепкая. Покроем по-любому. Ну единственное, что
Вот для меня это плохие новости. Это то, что люди заказывали поросят на апрель, а их не будет. Вот только в этом как бы плохие новости. Я не считаю, там кормил 4 месяца, ее там нормировано. Это сегодня нашел, завтра потерял, это такое дело. Нашел — не радуйся, потерял — не плачь. То есть как бы я на это особо внимания не обращаю. Вот такие, друзья, у меня новости. Ну, не очень приятные. И вот это он ее погоняет. И потом заберу ее к ней обратно в клетку. Он ее не кусает, ничего. Он бывает просто ее, ну так вот, бегает за ней. Он то видит, что она не в загуле. Но мне надо сделать стресс ей. То есть она вот у меня день не ела. Я ей насыпал лучпаек от картошки. И ну, она сама перебежала туда. Побесится, потом назад ее тут сюда. Вот так. Это кантуров я всех пускаю на мясо. Ну, вообще тоже хорошие. Можно было бы крыть, но крыть я буду, тех оставлю там пару штук на свиноматок. Хочу проверить и покрою и чистым пиетреном, искусственно дозы куплю. И покрою одну дюрком и, наверное, одну йоркширом. Ну, не знаю, сколько оставить, но оставлю. У меня, собственно говоря, еще проблема с Машкой. Тоже загуляла, когда забрали первые 4 поросят, осталось с ней 5. И она загуляла вместе с этими 5. Потом 5 забрали, и она, ну, короче, перегуляла. И, короче, сейчас тоже вычисляю по Машке. Поэтому с поросятами пока. Пока-пока. Будут поросята осень. А ну попробуем. Вообще те, что на откорме, вот такие, что у них корм постоянно, они очень плохо едят печенье, там хлеб, такое все. Ну не скажешь, что прям ажиотаж такой сильный. Это потому, что у них постоянный корм. Так же самое, я уверен, и те пиетрены так само будут. Вот эти печенюшки есть. А вот, допустим, свиньи, которые на норме, ну, все свиноматки поросные на норме, их ряк. Вот на норме сидят эти трое, 3 девки. И все равно он корм есть и не едят. А ну проверим печенюшки. Ну так, вяло, вяло. Вяло. Эти будут хорошо. Вот эта свиноматка. Эти, конечно, едят. Ого. Так, а ты, зараза киевская, давай загуливай. На. Сейчас тебе тоже куколка, ты молодец у нас. На, кукляшечка, ты молодец у нас, вовремя загуляла, на. На, аккуратно. О. Каштанчик, на, каштан. Каштанчик, на, на. На, каштан. Ох, каштан. Так, нате вам. О. Эти едят, конечно, да. Редко такое бывает. На, куколка, кушай. Редко бывает им сладости, но иногда бывает. На, рыжулька, ты у нас покрыта, все. Все хорошо у тебя. Я сегодня еще не убирал, поэтому... На, рыжулька. Поэтому будем убирать сейчас.
Кто-то скажет, да я сам бы такое ел. Понятно, я б ел, но оно не все время. Так редко, когда поставщики оставляют. Ну, не забирают возврат на обмен. Они привезли, не продавать, забирают возврат. То есть продавать не надо никому. И есть такие, что не забирают. На, куколка, на, кукляшечка. Оп! Ушли!